Когда строился город, люди получали квартиры и на субботниках сажали молодые деревца, облагораживая территорию возле домов. Прошло время, деревья выросли, и некоторым жильцам нижних этажей стали доставлять неудобства. С каждым днем становится больше и больше жалоб с претензией о том, что деревья затеняют окна и их квартиры. В их квартирах сырость, значит, естественно, света мало. И дело доходит до того, что они вызывают санэпидадминистрацию, некоторые жители, и те дают заключение, что необходимо сделать, чтобы, естественно, света было много. И как бы ни печально было, но спиливать приходится не только больные и засохшие деревья, а и здоровые. По просьбе жительницы 12-го дома 1-го микрорайона со стороны дороги рабочие службы благоустройства спилили липу и обрезали нижние ветки на соседних деревьях. Отметим, что обрезка, прореживание и кронирование деревьев будет проходить в апреле во время объявленного экологического месячника по санитарной уборке города. Ветки вывезут на полигон временного хранения и утилизируют. Если же у кого-то из десногорцев появится желание весной посадить деревца, помните, что вначале необходимо получить разрешение у специалистов участка озеленения службы благоустройства. Комиссия выйдет на место, посмотрит, как, что. Если можно сажать, пожалуйста, будем сажать, будем давать разрешение. Если нет, если желание есть, мы дадим место, чтобы они с удовольствием посадили. Рядом с многоэтажками озеленители рекомендуют высаживать низкорослые деревья и кустарники.